Три соединения ВДВ, более 10 тысяч десантников, дислоцированных на территории Ивановской, Ульяновской и Волгоградской областей, подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности войск. Все формирования выдвинулись в районы проведения учений. Для переброски личного состава используется Ил-76. Бронетехнику отправили по железной дороге. Тем временем на полигонах в Оренбургской области свои позиции заняли расчеты тактических комплексов «Искандер-М». Ракетчики приступили к подготовке стартовых точек.